Великолепная пятерка и вратарь сургутским детям с ограниченными возможностями здоровья предлагают взять клюшки в руки и попробовать свои силы в свэш-хоккее. Тренерский штаб Центра адаптивного спорта объявил набор подростков для занятий этим видом спорта. Какие эмоции испытали юные сургутяне на первом пробном уроке, расскажет моя коллега Юлия Балабанова. Старательно отталкиваются клюшками, пытаются сохранить равновесие. Дети, которые впервые сели в слэдж-хоккейные сани, кажется, впечатлились такой импровизированной тренировкой. Круто. Круто? У тебя получается? Ну, чуть-чуть там не получается, но очень круто. Удобно. Удобно? Хотела бы по льду покататься с мальчишками, шайбу позабивать? Как думаешь, получится у тебя? Да. Как ощущения? Хорошо. Хорошо? Хотелось бы покататься по льду? Ну да, но я должен, я должен попробовать. Попробовать нужно обязательно, рекомендуют тренеры прославленного слэдж-хоккейного клуба «Югра». Это им принадлежит идея создания секции по этому виду спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые живут в Сургуте. Сам лед всегда с детства он как-то привлекал нас, ребятишек. Это коньки, это какой-то задор, да. Хотелось как-то, не знаю, там подурачиться, побегать. Мы хотим детям вот как-то предоставить эту возможность, чтобы они побольше у нас улыбались. И, соответственно, и нашим родителям тоже сделать их эмоции и впечатления более позитивными от того, как их дети сегодня будут счастливые. Не только счастливые, но и здоровые. Помимо положительных эмоций, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата получают возможность подтянуться физически. Тренировки будут проходить как на льду, так и на земле, как выражаются хоккеисты. Можно подкорректировать осанку, укрепить отстающие мышцы спины, рук. Регулярные тренировки позволяют уменьшить степень контрактур. То есть у вас у деток улучшится подвижность суставов, наладится кровообращение. Соответственно, любая физнагрузка, вы сами знаете, сопровождается повышением небольшого пульса, да, что говорит нам о том, что мы будем развивать свою сердечно-сосудистую систему. Определены площадки. Часть занятий планируется проводить в Сургутском центре адаптивного спорта. Ну а непосредственно азы слэдж-хоккея сначала в игровой форме дети будут постигать в ледовой арене «Титан». По желанию родители смогут проводить время вместе с юными хоккеистами на тренировках и радоваться их первым победам. Я считаю, что это очень полезно. Вообще очень рада. Хочу сказать всем спасибо вот организаторам. Действительно видно, что ребята пришли прям наполненные таким теплом, энергией. Для наших детей это просто надежда. Надежда на полноценную жизнь. И это надежда и нас, родителей, что действительно они будут и физически развиты, и психически. Надеюсь, что именно данный вид спорта будет востребован в нашем городе, и родители поведут свои детей. Мы, по крайней мере, точно попробуем. Сейчас тренерский штаб Центра адаптивного спорта объявляет набор в секцию слэдж-хоккея. Здесь ждут как мальчиков, так и девочек. Как только сформируется группа желающих, для них приобретут снаряжение. И дети смогут приступить к первым тренировкам. Занятия будут совершенно бесплатными.